Приветствую всех! Вы находитесь на канале Art Build Channel. Наконец-то я себе заказал DIY набор, который нужно спаять и собрать. И вы уже поняли, что это новогодняя елка. Ведь скоро Новый год, и она станет прекрасным украшением рабочего стола. Давайте распакуем и посмотрим, что в комплекте. Отсек для батареек, провод питания от USB, две платы. Выглядят они красиво, и все тут прописано и промаркирован каждый элемент. Нижняя плата, основание нашей елки. Три разных вида сопротивления. И тут еще пакетик. Что в нем? А в нем коннектор подключения кабеля. Шесть конденсаторов. Шесть транзисторов. Кнопка включения и все остальное это RGB светодиоды. Приступим к сборке. Первым делом установим конденсатор. С установкой проблем не возникнет, инструкция не обязательна. Все написано на плате и на конденсаторах тоже обозначен. Минус белая область, а длинная ножка это плюс. Вставляем в плату, соблюдая полярность. Потом загибаем для более эстетического вида. Для облегчения пайки нанесем флюс и запаиваем. Флюс я использую RMA-223. Далее установим транзисторы. Ставим согласно разметке и также загибаем. Все транзисторы пропаиваем. И отрезаем остатки ножек. Транзисторы с конденсаторами установлены. Осталось сопротивление. На плате есть отмеченные места, где стоят резисторы 10 кОм. Определим их с помощью мультиметра. Эти 0,8 кОм. Вот нужные нам 10 кОм и один резистор 2 кОма. Установили десятки, а что же делать дальше, а куда остальные? Давайте сравним две платы. Смотрите, на одной плате есть три места для резисторов, а на второй есть еще одно. Вот туда и ставим сопротивление на 2 кОма. Установили все сопротивления и запаяли их. Осталось установить светодиоды. Они имеют полярность, поэтому важно не перепутать. Длинная ножка это плюс и на плате обозначена квадратом. Вот так вставляем и подгибаем их к краю платы. И паяем. Платы готовы. Очищенный от флюса. Давайте приступим к нижней плате. Кнопка устанавливается вот так. Жирная пометка на плате и вырез на кнопке совмещаем. Вставляем кнопку. Далее разъем питания. Вокруг его еще припаиваем проволоку, чтобы его не вырвать. И дальше можно устанавливать елочки на основание. Устанавливаем соответствую обозначениям, где минус на минус, ну а плюс к плюсу. И припаиваем внизу с двух сторон. Также и со второй частью. После для жесткости спаиваем две платы между собой. На каждой стороне по два контакта. И осталось установить макушку. Вставляем светодиод и загибаем. Там все помечено, где плюс, а где минус. И осталось установить отсек для батареек. Провода выводим через плату
и припаиваем красный на плюс, черный на минус и закрепляем болтами с комплекта. Итак, первое включение. Елка сейчас работает от батареек, РГБ светодиоды моргают разными цветами и елка выглядит достойно. Пробуем от ноутбука проводом. Да, тоже все работает. Шикарно светится. Мне очень понравилось. В Новый год на работе теперь будет намного веселее. Давно я хотел попробовать такой набор для паяния, но как-то не доходило. Но честно, удовольствие от сборки и включения просто уйма. Итак, елка мне очень понравилась, если вам также, ставьте лайки. Если хотите увидеть на канале еще такие DIY наборы, то пишите в комментарии или ставьте лайки, и я сам пойму. Спасибо, до свидания.